защитила нашу семью от угрозы. Чтобы я защитила Север от предателей. Ну что же. Не тяните. Вы обвиняетесь в убийстве. Вы обвиняетесь в измене. Как вы ответите на это? Лорд Бейлиш. Моя сестра задала вам вопрос. Леди Санса, простите, я слегка озадачен. Какие обвинения вас озадачили? Начнем с самого простого. Вы убили нашу тетку Лизу Арен. Вы столкнули ее в лунную дверь и смотрели, как она падает. Вы это отрицаете? Чтобы защитить вас. Чтобы захватить власть в долине. Ранее вы замыслили убийство Джона Арена. Вы дали Лизе слезы лиса, чтобы отравить его. Вы это отрицаете? Любые слова вашей тетки. Она была нездорова. Ей везде мерещились враги. Вы заставили Лизу отправить письмо нашим родителям и написать, что Ланнистеры убили Джона Арена, хотя это были вы. Именно вы посеяли раздор между Старками и Ланнистерами. Вы это отрицаете? Я ничего не знаю о письме. Вы сговорились с Серсеей Ланнистер и Джоффри Баратеоном, чтобы предать нашего отца Неда Старка. Из-за вашего предательства он был схвачен и позднее казнен по ложному обвинению в измене. Вы это отрицаете? Отрицаю. Никто из вас не был там. Вы ничего не видели. Вы не знаете правды. Вы приставили нож к его горлу. Вы сказали, я говорил, не верьте мне. Вы сказали нашей матери, этот нож принадлежит Тириону Ланнистеру. Но и это была очередная ложь. Он был ваш. Леди Санса, я знаю вас с самого детства. Я защищал вас. Защищали? Продав меня Болтонам? Поговорим наедине. Я смогу все объяснить. Иногда, когда я пытаюсь понять мотивы человека, я играю в игру. Я предполагаю худшее. Какой худший из мотивов, чтобы восстановить меня против сестры? Так вы поступаете, верно? Вы поступали так всегда. Семья против семьи, сестра против сестры. Так вы поступили с нашей матерью и теткой Лизой. И так вы хотели поступить с нами. Санса, прошу. Я медленно учусь. Это правда. Но я учусь. Позвольте же мне оправдаться. Я заслужил. Я лорд-защитник долины, приказываю доставить меня в Орлиное гнездо. Мы не станем. Санса, умоляю. Я любил твою мать с самого детства. И все же вы предали ее. Я любил тебя. Больше всех. И все же вы предали меня. Когда вы привезли меня в Винтерфелл, то сказали, что в мире не осталось справедливости, но все зависит лишь от нас. Спасибо за все ваши уроки, лорд Бейлиш. Я их не забуду.